ОАО «Татселеком» запустил в опытную эксплуатацию в городах Казань, Нижнекамск, Зеленодольск услугу видеонаблюдения на экране телевизора. Она предоставляется на базе услуги кабельного телевидения от ОАО «Татселеком». В настоящее время кабельное телевидение развивается и охватывает новые города республики по мере строительства оптиковолоконной сети ОАО «Татселеком». На данный момент услуга предоставляется в 14 городах Татарстана и охватывает 600 тысяч домохозяйств. Чтобы внуки не открывали, кому попала дверь, вот эта услуга очень удобна. Иногда звонят и говорят: откройте дверь, пришли к соседям, но у них не работает домофон. Кто это, чего это, можно взглянуть тоже по 11 каналу, который у меня подключена эта услуга. Я могу определить, соседи это или посторонние ли люди. Меня зовут Ильгиз, не так давно подключился к кабельному телевидению «Летай». Очень прекрасное качество телеканалов, широкий выбор. А также приятный бонус такой предоставила компания «Таттелеком», как видеонаблюдение, то есть установлены видеокамеры возле подъезда. У меня есть ребенок. То есть, когда кто-то приходит и звонит в домофон, вот, я ребенку сказал, чтобы обязательно включал телевидение и на экране смотрел, кто это пришел. Да. Плюс ко всему, я автолюбитель, да, имею авто, оставляю обычно возле подъезда. И очень приятная возможность, сидя на диване, по телевизору смотреть, как там мой автомобиль. Основной принцип работы заключается в том, что изображение с видеокамеры, расположенной на входе в подъезд жилого дома, показывается на экране телевизора жителя подъезда, подключенного к кабельному телевидению от ОАО «Таттелеком». Данная услуга позволяет осуществлять видеонаблюдение за людьми, входящими в подъезд, на прилегающей территории к жилому дому, автостоянке и детской площадке. Данная система видеонаблюдения полезна для граждан в плане обеспечения их безопасности. Такие меры помогают повысить эффективность профилактики преступлений. Кроме того, это психологически действует на потенциальных злоумышленников. И думаю, что жители данного дома будут себя спокойно чувствовать в плане имущественной безопасности, общественной безопасности, а также в плане безопасности своих детей. Хотелось бы добавить про дальнейшую интеграцию данной системы в управление МВД России по городу Казани, где у нас существует уже центр видеомониторинга. Своевременное выявление преступления позволит не только максимально оперативно отреагировать на него, но и избежать тяжких последствий. Кроме того, архив в дальнейшем можно будет использовать в раскрытии преступлений. Среди жителей республики в настоящее время популярностью пользуются проекты «Безопасный двор» и «Безопасный Татарстан», которые позволяют вести видеонаблюдение дворовых территорий, основных магистралей. Услуги видеонаблюдения повышают безопасность жителей наших городов и способствуют профилактике правонарушений. Обезопасить себя, детей, близких, жилище и свое имущество с помощью видеонаблюдения на экране телевизора скоро станет возможным для всех абонентов ОАО «Таттелеком».